А за несколько часов до церемонии в столице Германии взорвали одно из самых известных исторических зданий – арену Дойчланд-Халле. 40 килограммов взрывчатки и 300 запалов. И крыша, под которой выступали олимпийцы в 1936 году – Элла Фицджеральд и Джимми Хендрикс, рухнула в считанные секунды. Контролируемый взрыв прошел с идеальной немецкой точностью. Даже клубы пыли осели ровно в то время, как предполагалось, после чего власти снова пустили движение по одному из главных берлинских шоссе, перекрытому на время работ. Уничтожать весь комплекс сразу было бы слишком опасно, его стены снесут позже по отдельности. Когда-то Дойчланд-Халле была главной ареной нацистской Германии. Во время Второй мировой здание разбомбили, но оно было восстановлено и оставалось ведущей концертной и спортивной площадкой Берлина, вплоть до объединения страны. К 2013 году на месте Дойчланд-Халле построят ледовую арену и выставочный центр.